Совсем скоро начнется сезон отпусков, и чтобы долгожданный отдых прошел гладко, лучше позаботиться обо всем заранее. В региональном Роспотребнадзоре начала работу горячая линия для туристов. Специалисты дадут рекомендации по питанию, купанию, а также разъяснят права потребителей. Тем продолжит наш корреспондент. Наступление отпуска – долгожданная пора для многих. И в это время большинство людей отправляется в туристическую поездку. Кто-то выбирает красоты родного края. Наш регион, например, известен полюбившимся среди туристов палас-отелем «Селигер». Здесь можно насладиться красотой русской природы. А у жителей областной столицы мы решили узнать, куда они планируют поехать отдыхать этим летом. Хотелось бы в Питер съездить. В Турцию. Будем на своей даче отдыхать. Денег нету, все дорого. Обязательно к маме. А куда это? Только к маме на Селигер. Когда место отдыха выбрано, время собирать чемодан. В перечень самых необходимых вещей, которые берут с собой жители Верхневолжья, входят паспорт, телефон и медикаменты. Ну, чем меньше, тем лучше. Ты мобильнее, все такое прочее. Загранпаспорт, телефон, деньги. Самое необходимое – паспорт, деньги, лекарства. Карточка, остальное да, все паспорт, можно да, купить. Все остальное можно купить. А какие лекарства обычно берете? Обезболивающие, жаропонижающие, от аллергии. Ну, самое главное – это, наверное, хорошее настроение. А паспорт обязательно, да, и первые необходимые лекарства. Телефон и крем от комаров. С чем сталкиваются туристы в регионах и за рубежом, на вопросы ответит региональный Роспотребнадзор. В сезон отпусков здесь запустили горячую линию. Как рассказывают в ведомстве, чаще всего граждан интересуют вопросы, связанные с некачественным оказанием туристических услуг. Под некачественной услугой мы можем понимать предоставление услуги не в полном объеме от заявленной. Возможно, перенесение сроков предоставления услуг. То есть так бывает, что нам заявлено, что мы улетаем в отпуск в одну дату, однако сроки переносятся, либо вообще наша, как сказать, поездка отменяется. Граждан имеет право защитить себя, обратиться с претензией и обратиться в суд, а также к нам для защиты собственных прав и интересов. Чтобы не испортить предстоящий отдых, ведомство рекомендует внимательно отнестись к выбору туристической фирмы. Например, проверить отзывы. И не стоит забывать тщательно изучить договор, который планируется заключить. Знакомиться с договором, вся ли информация по закону о защите прав потребителей, по иным законам и постановлениям правительства предоставляется в вашем договоре. Если что-то сомневаетесь, вы можете обратиться на горячую линию, уточнить какие-то интересующие вас вопросы и ознакомиться с полным перечнем предоставляемых вам услуг. То есть согласны ли вы с ним и желаете ли вы получить какие-то дополнительные услуги. То есть чаще всего ведь может у нас происходить и навязывание услуг, которые без вашего ведома будут включены в договор. И если вы, например, их обнаружите, вы можете попросить эти услуги убрать из вашего договора. Звонки на горячую линию Роспотребнадзора принимаются по будням с 9 до 17 часов, кроме выходных дней. Она будет работать до 7 июня. Также информацию можно получить в едином консультационном центре круглосуточно.